Всем привет, дорогие друзья, Wesley Pro, и добро пожаловать на мое новое видео. И сегодня со мной Грифер Про. Привет, привет, друзья. Быстрее беги. И сегодня, ребята, мы будем строить дом внутри ТВ-мена Титана. Так бы сейчас мы будем успевать брать все вещи и быстрее валить. Быстрее бери все нужные вещи. Цунами уже почти возле нас. Давай, бери кирку. Раз. Бери все, что можешь взять, потому что у нас сейчас будет уже цунами. Лопата. Вот это. Давай. Я беру. Я тоже. Быстрее. Так инструменты бери. Я взял. Быстрее, заходи в дом. Дом. Ё-моё. Давай, я тебе открою дверь. Ты посмотри, какое он там большое. Так, ё-моё, ребят, все, давай, поднимаемся. Так как мы сегодня будем строить дом внутри Титана ТВ-мена, у нас есть вот такая вот комнатка. Огромная. Да, и я предлагаю, чтобы я был в ней, а в голове была у нас кухня, и ты мог по колонке, типа, разойтись. Да, давай. Я сейчас одну огну. Так, смотри, у тебя какие вещи есть? У меня есть... Во-первых, нужно стекло. Стекло. Я сейчас начну ломать, короче, типа, блоки. Сейчас очень сильно лагает Майнкрафт. Меня тоже, скажу, лагает. Это, походу, из-за нашего цунами. Оно просто невыносимо лагает. Я уже поставил первое окно колонки. Так, нужно было не это окно, Грифер. Это было окно вообще для другой вещи. Это было окно для аквариума. Грифер Про, для чего у нас были серые окна? Ставим. Окей. Так, ребята, сейчас подождите. Ё-моё, как у нас лагает мир? Офигеть. Мега лагает. Реально. Цунами уже почти возле нас. Да, реально. Я только одно окно успел сделать. Кстати, в этих маленьких колоночках, там есть такой вот отвер маленький. Я там поставил уже. Все, окей. У меня будет вот такое вот окно. Так, короче, я так предлагаю то, что мы сейчас... Вот видишь, я уже здесь. У тебя есть кровать? Сейчас я тебе дам. А у меня есть. А нет, у меня нет. Кровати у тебя нету. У меня есть коврик. Я просилю. Коврик — это нужная вещь. Так, Грифер Про, я тут скину. Давай быстрее, пока оно не пропало. Вот. Коврик пока что себе можешь еще оставить. Ты можешь взять. Ты даже не взял. А в смысле? Боже, Грифер Про. Ну, так, Мирога. Ну как мне тебе? Короче, я тебе поставлю, ты задал уже. Куда тебе его тут ставить? Мне на сюда. Где? Сюда. Сюда, в угол. А ну я понял, ты можешь мне дать поставить? Боже, Грифер Про. Наконец-то подобралась. Так. Ё-моё! Ты видишь, что у нас там происходит уже? Так, ладно, я буду лампочки расставлять. Так, я сейчас тебе компьютер поставлю. Так, что поставим? Я поставил первую лампочку. Это твой. Так. Можешь дать лампочку, я себе поставлю. Половинку. Подожди. Офигеть, настолько у нас мир лагает. Это просто пипецок невыносимо, то, что у нас так лагает. Да, потому что это... Из-за цунами. Это из-за цунами, реально. Цунами мега большой. Вы просто видите это цунами? Оно уже полностью поглотило нас. Я не представляю, что будет, если мы туда выйдем. Можешь ты мне поставить, потому что у меня не... Оно сейчас тебе дойдется со временем. Хоть там уже у нас протекает все.
Я бы тебе предложил, конечно, сделать то, что у тебя будет как два этажа, потому что колонка довольно большая. Ну да. Мне лампочки не подбираются. Я тебе лампочку уже поставил, тебе и одной хватит. А тут я не знаю, кому мы сделаем. Может, там будет тубик? Нет, туалет у нас будет тут в голове. А тоже при кухне. Там будет просто стоять, короче. Не, ну давай все-таки там будет. Нет. Чтобы есть много. Ну ладно. О, давай. Вот так, вот это. Вот это. Так. Сюда холодильник. Это так. Это... Ты издеваешься, Грифер? Что? Это не голова! Ты чем думаешь? Это колонка, тут моя комната! Не ломай его! Еще этого не хватало. Он теперь не... Он теперь у нас устоит, как вообще просто. Ну что, молодец теперь. Тут кухню строй уже. Боже. Все просто взял, не лома... Ты что сделал? Ты что делаешь, ради бога? Он еще и меня бьет? Гриль, ты вообще офигел крайне. Вот реально. Чем ты думаешь? Отойди уже. Я из-за тебя вообще не могу нормально что-то построить. Тут будет кухня у нас. Комнату я себе там построю. Из-за тебя теперь нормально ничего сделать нельзя. Понимаешь? Да. Угу. Да. Кого там, блин? Что? Блин. Что надо? Печка. Какая печка? Вот это. Ну ты вообще со всеми издеваешься. Вот это. Духовка. Да. Меня. Ты можешь вообще нормально когда-то работать? Никогда ничего нормального. Сказал, в голове у нас будет кухня. Он что делает? Делает туловище. Смотри просто, что с нашим миром стало. Молодец, Грифер. Все нам испортил. Зашибись. Туалет там тоже сделаем, только уже попозже. Ну, делай себе там, что ли. Это тоже себе колонки. А откуда мы взяли восьмую лестницу? Когда у меня скрафтить будет. Можно. А где я это взял? Возьмешь верстак. Из дерева скрафтить, Грифер. Но у меня нет дерева. У меня есть подошки. Давай. Что? Как бы, Грифер, про нужно додуматься, что нужно тебе сделать. Ищи как-то здесь ее. Там можно полистать. Меня больше интересует то, что я все лампочки просрал на мою комнату. И теперь, если я их сломаю, мне ничего из них не выпадет. И все из-за Грифера Про. Да, Грифер Про? А сколько я тебе лампочек дал? 11 штук. С умом их хотя бы куда-то трать. Здесь я сделаю себе уже комнату. Тут вообще ничего нормального нельзя сделать. Грифер Про, ты все себе забрал? Молодец, у меня ничего не осталось. У меня только есть еще листва, которые нам очень нужны. Лампы, столы, стулья для компов. Если я могу дать. Камина? Нет, надо. У меня на всех было. На. Я могу скрафтить. Нет. Какой скрафтить? У нас все было готово. Сказано было всю лестницу только скрафтить. На, давай подбирай быстрее. Ну что такое? Она меня каждый раз не подбирает. Так она даже не здесь, Грифер.
Ты чем думаешь своей головой? Это ковер валяется, у нас и так лагает сильно. А ты, блин, со своим... Ничем отдумает. А ты чем? Вообще. Ой, IQ у тебя вообще, походу, нету. Она вообще не... Ты можешь поставить на том месте, чтобы она у тебя подобралась? Нет, не могу. Значит, тебе даже IQ не хватает, чтобы такое сделать. Боже, блин. Ну, слагает мега. Мне вообще не нравится этот цунами. У нас из-за этого цунами мега сильно лагает, и Гриффер Про нам все портит. Нет. Я хотя пытаюсь как-то нормально что-то сделать. Но я еще тебе лампочки не дал. Так, ладно, компик я поставлю вот сюда вот. Оно соединяется. Лампочку вот сюда вот. А лампочка прям светит так нормально. Она еще свет дает. Она большая даже. Да я сказал лестницу сделать. А она не делается. Куда ты компьютер теперь поставишь? Даже в верстаке ничего не умеешь делать. Ломай давай. Чё? Куда ты комп поставил? Куда хотел, куда я поставил. Если я сам все сделаю. Боже. Ты нормально поставишь, а когда-то? Ясно, что там выгляжу. Да ё-моё. Она делает все не быстро. Она даже не успевает. Никогда больше не буду идти на такой лагающий. Особенно. Все равно придется. Ребро, у тебя компьютеры? Конечно. Можешь дать один хотя бы когда-то? Куда ты ушел? И куда тебе? Я сейчас вообще-то ставлю стул себе. Ты можешь сам свою комнату делать. Я кинул, не знаю, где он. Говори со мной нормально. Ты со мной даже нормально. Ролик снимаем, тупый. Ролик снимаем, я сейчас буду вам принимать 1 000 000 рокев. Сядь, ради бога. Нормально. Так. Компата и нету. Ясно. Ой, боже. Нет, сделай себе такую вот комнату. Потом мы еще попробуем сплыть на этот цунами. Где мы вот возьмем? А мы просто поплывем. Зачем нам лодки? Я говорю сплыть, а не поплыть. Вот так вот поставим вот такие вот книжечки. Так, а кстати, у нас еще есть диванчик.
еще. Че? Поставим его сейчас куда-то. Кто здесь этот блок поставил? Это я его не ставлю. Да все вещи. Ты сделал что-то? Наконец. Ну только тут можно было поставить стол нормальный. Книжные полки можно убрать. Зачем? Тут стол будет с компом стоять. Ты издеваешься, у меня есть комп. У нас должен быть стоять стол с компом. И почему у тебя две тумбочки? Ты забрал себе все, и ты не подумал еще про меня. Где стол? У меня же стол, да. Так, смотри. Лампу ставим, вот такая вот она у тебя будет светить здесь. Комп себе иди сейчас. Убирай этот и иди там ставь. Не выходи. Не спускайся уже туда. Ты будешь строить что-то? Что ты молчишь каждый раз? Нет, не буду. Молчать ну, только я умею. Так. Все, я сделаю тебе там место. Конечно, хотя бы нормальную комнату. Нет. А что это такое? Это лампа! Она большая, она не помещается. Ее можно было сюда покласть. Нет. Где там лампочка стоит. У меня вот лампа. Лампочка. Так, грифу. Дай мне блоки хотя бы дерево. Ты все дерево себе забрал? Какой-то офигевший, вот реально. Ты дашь мне дерево? Да сейчас, подожди. Дам, подожди. Дай дерево. Держи. Наконец-то, уже не лагает. Не лагает. Уже хотя бы не так сильно. Люки тебя не учили закрывать грифер? Можно и порыть с открытым. Да, уже выпадает предмет. Зачем ты лампу переставил? Что она там стояла и не могла ничего сделать. Она там светила хотя бы. Так вот меня и светили. И чё? И чё, мне нужно... Кто сломал умывальник? Оказался он у меня в инвентаре каким-то чудом. У меня не было ничего. Я просто... Вот я и помню. Эй. Ну вот что, уже ж можно было скрасить нормальную лестницу. А теперь я могу скрафтить нормальную лестницу. Дерево. И это что такое? Это? Да. Туда не попадать, туда только через нормальную лестницу. Там у нас туалет будет, если что. Я тебе сказал туда не попадать! Не ступи. Дай мне его, ради бога. Не дам. Дай! Держи. Я строю туалет, блин. Держи, биотуалет. И биотуалет. Да, конечно, туалет два бока, это вообще прям чудо.
что-то вокруг. Я его так не делал. Смотри, какую я конструкцию сделал. Опа. И вода пошла. Где? Я не вижу. Подойди сюда наверх, увидишь, как я сделал с умывальником. Сейчас, сейчас. Так. Ставим вот сюда вот душевую. Нормально. Не то. Ну вот сюда вот мы поставим тубсик. А как мы будем мыться? Намыться вот, я же сказал, тут два блока только можно. Ну ладно, давай. Ну, вроде бы норм получилось. Да, только вот вход не отвешивался. И что? А как мы будем раздеваться? У нас ее и не было. Можешь погромче говорить? Вот реально, тебя вообще сейчас будет не слышно. Ты каждый раз что-то жуешь, типа? Я не жую ничего. Так, короче. Я предлагаю уже выйти на улицу. А насколько большое цунами? Так, опа! Ну, куда ты? Давай, сейчас. Дыхание задержу. Тут рука его. А нет, это не рука была. Опа! Я почти всплыл наверх. Давай! Ура! Да, у меня вышло. Ты просто посмотри, так оно бесконечное. Оно продолжается и продолжается. Оно просто не заканчивается. А вот и наш телемен Титан. Да, только я возле него там, а ты куда-то уплыл. О, не, плыл до тебя. А я тебя вижу. В общем-то, друзья, так оно сегодня получилось. Со мной сегодня был Грифер Бро. И, ребята, сегодня мы пережили в доме внутри телемена Титана вот это вот гигантское цунами. Конечно, вначале у нас лагало. Мы ничего не могли сделать. Но теперь у нас вот такое вот получилось. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Со мной сегодня был Грифер Про. И всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока.